Я испытал большое счастье быть первым в космосе. Поехали! Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Капсула «Союз». Вот на ней, или на ее муляже, приземлился Юрий Гагарин. А Юрий Гагарин в 62-м году был самым популярным человеком в мире. И, кстати, если кто не видел наше видео про Шри-Ланку, советую посмотреть. Там Гагарин посадил дерево в Королевском ботаническом саду.